В Лондоне открылась одна из самых масштабных выставок оружия. Свою продукцию на ней представляют 1300 компаний из 60 стран мира. В этом году основная задача производителей боевой техники – создать условия для обеспечения максимальной безопасности солдат. Я считаю, что преобладающей темой этого года являются меры защиты в случае применения силы. Транспортные средства и различные устройства помогают защитить солдат, находящихся в эпицентре боевых действий от опасности. Особое внимание посетителей привлекает патрульное судно-перехватчик в стиле Джеймса Бонда. Оно оснащено пулеметами, пушкой, способно развивать скорость более 150 км в час и предназначено для борьбы с морскими пиратами. Кроме этого, широко представлена и наземная боевая техника. Например, «Рейнджер», который в этом году полностью преобразился. У этого транспортного средства слева от меня теперь абсолютно другой дизайн. Оружие установлено снаружи, обычно же оно располагается внутри. Еще одно новшество – роботы с дистанционным управлением, с помощью которых можно обезвредить взрывное устройство. Вместо того, чтобы разминированием занимался человек, эту работу за него может сделать робот с дистанционным управлением. В случае непредвиденной ситуации будет уничтожена машина, а не человек. Также на выставке были представлены новые методы оказания медицинской помощи в полевых условиях. В частности, раненым, которых необходимо доставить в больницу в течение часа. Выставка военной техники и оружия в Лондоне была организована Министерством обороны Великобритании. Экспозицию посетило около 26 тысяч человек.